Дмитрий Алексеевич Милютин, последний фельдмаршал Российской империи, прожил долгую жизнь, без пяти лет век. Сообразно этим летам и сделал граф Милютин весьма много для своей отчизны. Дмитрий Алексеевич был крупнейшим реформатором русской армии, и за всеми его делами стояло глубокое христианское человеколюбие. Будучи военным министром, в течение двух десятков лет Милютин сократил возраст службы с 25 до 6 лет, отменил жестокие наказания в армии, ввел гласные суды. Кроме того, Дмитрий Алексеевич учредил юнкерские училища, основал женские врачебные курсы, кои сыграли большую роль в ходе русско-турецкой войны. Прослужив на службе у большинства императоров XIX века, именно он, 80-летний последний генерал-фельдмаршал империи, 14 мая 1896 года подавал корону митрополиту Палладию во время коронования последнего русского императора Николая II. Умер Дмитрий Алексеевич в 1909 году. Похоронен был на кладбище Новодевичьего монастыря в Москве. Большевики снесли склеп Милютина, однако в 2016 году могила выдающегося реформатора была восстановлена. Прекрасно, что волею Божией мы имеем возможность сделать так, чтобы память о выдающихся сынах Отечества сохранялась, а их могилы были возрождены.